Песня, которую знают во множестве, во многих церквях. Песня, которой автор, который является автором и исполнителем Паша. Небеса ожидают меня, да? Или это она, да? Небеса ожидают меня, по-моему. Небеса ожидают. Да. А, и Венец, конечно, Венец. Кто ее слышал? А кто не знает автора? Кто никогда не знаком был с автором? Вот сегодня будет с вами автор. Автор-исполнитель этой песни, но он будет петь совершенно другую песню, которая будет направлена на нашу тему. Поздравления с 8-летием. И мы дружно, все дружно поддержим Пашу. Да? Мексиканское имя Дон Пабло, еврейское Шауль. Так что давайте поприветствуем Пашу. Паша, добро пожаловать! Спасибо, родные. Итак, с днем рождения тебя, моя мишпаха, с днем рождения тебя, Бет-Алель. Это новая песня, давайте будем петь вместе. Да помилуй и даст тебе мир.
благослови Господь тебя, да сохранит Господь тебя, да помилует и даст тебе мир. Рождение тебя, а я лишь пока, с днем рождения тебя, да благослови Господь.